Еще один шанс увидеть грандиозное шоу в Кремле. Сегодня второй день. На главной сцене страны выступают творческие коллективы и артисты из Бурятии. Нам выпал шанс побывать в закулисье. А за кулисами самая теплая атмосфера. Артисты переживают не столько за себя, сколько за коллег на сцене. Радости за других не скрывают, а вот волнение перед своим выступлением тщательно маскируют профессионалы. Забавно, уже неоднократно приезжали в Москву, работали, выступали на фестивалях, на конкурсах. Но чтобы здесь, в Кремле, это, конечно, это волнительно. И переживаем все каждый раз, когда выходим на сцену, и репетиционный процесс, и сейчас вот выход на сцену, все равно как-то внутри это все происходит, дрожит, так сказать. Но все равно это мы, артисты, мы не показываем. Как не волноваться, конечно, волнуемся. Да, в принципе, любое выступление – это всегда волнение. Если нет волнения, значит, выступление будет не очень хорошим, я считаю. Все-таки артист должен волноваться всегда. Спектакли, так далее. Мы вообще друг друга не видим, мы не знаем, кто вообще как работает, как вообще выступает. И вдруг мы вот сейчас на репетициях все друг друга увидели. Боже, какие все талантливые, потрясающие. И я думаю, что новое поколение растет и также продолжает традиции. Потрясающе. Я очень горда, что представляю нашу бурятскую культуру именно национальным балетом «Красавица Ангара» на сцене Кремлевского дворца. Самая большая площадка, самая большая аудитория. Понимаете, еще мы справляем же свой праздник с Сахалгом. И вот на сцене Кремлевского дворца мы справляем с Сахалгом. Так начинается Новый год. Почти 300 выдающихся артистов, десятки лучших номеров и 5 стихий, воплотившихся на сцене. Шоу вновь собрало полный зал зрителей. Идею отпраздновать Сахалгом на сцене Кремля поддержали и творческие коллективы из Калмыкии и Тувы. Наш коллектив приехал, привез один номер, тюльпан, чечердык, тюльпан будет танцевать. Это наш такой самый популярный танец, чечердык. Это 30 чечерхэ. Ну, сегодня его покажем. Хотели бы, пользуясь случаем, я хотел бы поздравить весь бурятский народ с праздником Сахал и пожелать чистого неба, здоровья, семейного благополучия. А пока зрители наслаждаются творческими номерами, мы отправимся в фойе и покажем вам, чем удивляли москвичей выдающиеся художники и скульпторы Бурятии. Это образ чего-то древнего, чего-то фундаментального, чего-то такого первоначального, инертного. То есть мы даже, вот, когда говорим «заземлись», там, «выдохни», «вернись на землю». То есть вернись вот в это состояние умиротворенного покоя, и здесь этот образ, он даже еще более утрирован, то есть такой спящий, в замедленном движении, замкнутый по контуру, с фактурой земли, мамонт. А врачевание чем не искусство? Москвичи и гости столицы смогли получить полную диагностику у специалистов Центра восточной медицины. Датчик пульса, он накладывается на 6 диагностических точек на руке пациента, вот так накладывается, и снимается информация о состоянии внутренних органов. Первое, значит, что здоров ли человек, болен ли человек, может он здоров. На втором этапе, значит, если он человек болен чем-то, то болезнь какой природы? Болезнь жара или холода? Далее, на третьем этапе, мы определяем, какая регулирующая система страдает. Есть три регулирующие системы в восточной медицине. Ветер – это по современным представлениям доказано, что это центральная и периферическая нервная система. Второе – значит, система желчи. Система желчи – это система, которая вырабатывает и хранит энергию. В узком смысле слова – это печень. А слизь – это она поддерживает постоянство внутренней среды организма. А концерт спустя 2 часа вновь производит самый настоящий фурор. В кулуарах разговаривал с сотрудниками Кремлевского зала, которые тоже сказали, что давно не видели такого грандиозного шоу. Поэтому я иду на этот концерт с большим предвкушением и, конечно, с новогодним настроением. Чем больше количество людей сможет увидеть, тем больше впечатлений будет у республики, тем больше внимания будет у республики, тем больше потенциал будет реализован, больше людей приедут. Главная реакция вчера, вы уходили, вот кто не был, говорит, я хочу обязательно к вам приехать.
Я хочу обязательно это своими глазами посмотреть. Мы никогда не знали, мы к вам обязательно приедем. Я сегодня очень горжусь, что такое мероприятие у всех переполняет чувства. Еще больше вместе с народом будем делать для развития нашей республики. Пусть наша республика процветает, пусть наш народ, который живет на территории республики Бурятия, все комфортнее чувствует себя и никуда не уезжает. Ну и, конечно, сегодня праздник Сагалган, Саанхарар, Сагалганар, Амашулнеп, Элурнхэ, Утанагатэ, Утанжалтэ, Жокукатне, Болтагай. Инна Сатандыкова, Вячеслав Батоев, Новости дня, Москва.